Всем здорово, народ, с вами Урбан Фламинго, он же Без Сахара. И сегодня я покажу вам, как забрать Twitch дропсы для Tower of Fantasy за прошлую неделю, когда они выдавались. Значит, в первую очередь вам необходимо перейти по ссылке, которую я оставил в описании, ссылка для получения Twitch дропсов. Далее вам нужно будет пройти три простых шага. Значит, первое — это залогиниться в своем аккаунте Tower of Fantasy. Значит, жмем на кнопку. И если вы получали дропсы, если вы следили за стримерами и собрали их на прошлой неделе, то вас автоматически перекинет на второй шаг сразу же. То есть ваш Twitch аккаунт вы подтвердили, вас перекидывает на второй шаг, где вам нужно авторизоваться. Авторизоваться в своем аккаунте TOF. Если вы, опять же, тут вариантов много. Я не знаю, кто как авторизуется. Я авторизуюсь через Google аккаунт. Я его привязал. Если вам необходимо авторизоваться через логин-пароль, вы просто жмете New User Sign Up. И здесь вводите свой логин и пароль. Далее Submit. Входите. Я же зайду через Google. С помощью выбора аккаунта и простой авторизации вас перекидывает на третий шаг. Третий шаг заключительный. Здесь еще все проще. Вы выбираете регион, на котором вы играете. То есть я играю на Европе, выбираю Европу. И сервер, на котором играете, это Astora. Под регионом и сервером вам выделят логин свой. Имя персонажа, точнее. Имя персонажа, на котором вы играете. Если все верно, у меня все верно. Вы нажимаете кнопку Activate, и все, вам вышло подтверждение, что дропсы отправлены на ваш аккаунт. Я их получал уже ранее, поэтому в 99% случаев они появляются в игре вот здесь под картой в иконке письма. То есть они придут вам на почту в игре. Дальше, что хотелось сказать для тех, кто не получал Twitch дропсы и хочет их получать. Во-первых, вам будет удобно поставить расширение для Google Opera, неважно, можете найти для даже Mozilla, если ей еще кто-то пользуется. Вот такое расширение, оно называется Auto Twitch Drops. Вот оно у меня установлено, включено. Оно позволяет получать Twitch дропсы на Твиче при просмотре стримера автоматически. То есть без этого расширения вы не сможете получать дропс за дропсом. Точнее, не будет идти прогресс дропсов, пока вы не заберете предыдущий дропс. А это немножко осложняет ситуацию, потому что вам каждый раз надо подходить к компьютеру, если вы играете или отходите, и каждый раз нажимать у стримера «Получить дропс». Данное расширение упрощает жизнь всем, оно получает эти дропсы за вас, экономит вам время. А на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео. Переходите на Трово, подписывайтесь, следите, мне будет очень приятно. Стримы будут проходить по будням ориентировочно с 18 до 22-23 по Москве. Будем с вами играть, общаться. Спасибо за просмотр. Увидимся на стримах.